озвучил Майкл Кинг. Где-то в суперкафе в уголке галактической дали грозен вид плавника и ухмылки, все его знали. Предан всеми, команда ушла, синелицам у стрела лишь нужна. И свистеть, как свисток, слышал я, как он мог словно петь. От стрелы супербыстрой моей не уйдешь, всех сверлит насквозь. Берегись ты стрелы, сосет ли голос Айонду красава. Опустошители прут, но стрела была всех быстрее. И нигде не укрыться им тут, она сразить всех успеет. Испалившись в тот же момент, Кемпер крикнул: вот они где. И летит по пути, здесь стрела выпиливая всех. От стрелы супербыстрой моей не уйдешь, всех сверлит насквозь. Берегись ты стрелы, сосет ли голос Айонду красава. Походу мы попали с тобой, пацан. Чё, стрела? А это я сразу понял. Ух ты ж, я Мэри Поппинс, чё? Стрелы кончен полет, и теперь в корабле пусто стало. Шокер Фейс тут орёт, золотая его засмеяла. А Краглин рычаг поднимал, кораблю кранты, скоро финал. Нанесён им урон, Йонду крут, троллит он Шокер Фейса. От стрелы супербыстрой моей не уйдёшь, всех сверлит насквозь. Берегись ты стрелы, сосёт ли голос Айонду красава. Еще разок. От стрелы супербыстрой моей не уйдешь, всех сверлит насквозь. Берегись ты стрелы, сосет ли голос Айонду красава. Я Мэри Поппинс, чё? Перевел и озвучил Майкл Кинг по оригинальному ролику How It Should Have Ended. Больше прикольных видео, выпусков Хиша, а также полный эпизод «Как должен был закончиться фильм Стражи Галактики 2» вы найдете на моем канале и в моей группе ВКонтакте. Все ссылки также есть в описании. Всем спасибо и всем хорошего дня!